Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. И сегодня я хочу поделиться с вами подкоин краном, который дает нам, секундочку, так, дает нам 0.0116 потоши под коин Сатоши каждые 5 минут. Это 17-18 приблизительно сатошек в биткоинах. Вот. Значит, сюда вбиваем Потоши адрес. Его можно взять на Faucet Hub. Позже я вам покажу, где его взять. Далее нажимаем логин. Да, так, на вкладочку еще одну. Рекламок очень много, и мы все понимаем то, что у нас краники работают за счет реклам. Ну, кто на кранах сидит, тот знает. Так. Реклам, конечно, предостаточно. Опять на вкладочку. И разгадываем антибот. Так. И капчу. Нажимаем на вкладочку Very. Нас перебрасывает на страничку. Это все делается, вот такие вот у нас много капчи разгадываем, потому что некоторые пользуются, кто умеют, ботами по сбору. Я не пользуюсь, как бы, ну, кто умеет, то в этом понимает, тот, конечно, пользуется, я в этом не понимаю. Ждем 10 секундочек. Нажимаем Get Link. И, пожалуйста, наши подкоин Сатоши ушли на Faucet Hub. Переходим на кошелек. Я перезагружаю страничку. Так. И, пожалуйста, подкоин Сатоши прибыли на Faucet Hub. Так, каждые 5 минут. Где взять адрес? Сейчас я вам покажу. Нажимайте на Faucet Hub вот вкладочку «Депозит». Грузит тоже Faucet Hub.
Далее. И здесь очень много и биткоин, и интериум. Любой адрес можно сгенерировать. Опускаемся чуть ниже. И вот наш адрес подкоин. Вот здесь. Вот он. Вот этот адрес подкоин можно взять на Faucet Hub. И любой кран можно так, ой, любой адрес сгенерировать. Например, ну вот. Нажимаете на синюю вкладочку, например, так. И у вас сейчас генерируется адрес. И, пожалуйста, вот Blackcoin я вот сгенерировала. И вот адрес. И так любой вы можете сгенерировать адрес, какой вам нужен. Так, переходим обратно на кран. Опускаемся чуть ниже. И здесь вот наша партнерская ссылочка. Реклама. Вот 5 минут идет отсчет времени. Сейчас это грузит. Спускаемся ниже. Вот наша партнерская ссылочка. На этом все. Пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.